Еще раз добрый день, дорогие друзья. Пользуясь случаем, мы снимаем проспект Энгельса из автомобиля. Mercedes 124. Это мой друг Саша, который был в Болгарии. Хороший друг. И вот мы едем по его работе на 40 лет в ЛКСМ. У нас уже есть репортаж 40 лет в ЛКСМ. Но вот вам сейчас... Едем туда, а снимаем Энгельса во всей красе по дороге. Обычно я снимаю с троллейбуса, музыка не нужна, потому что авторские права зарубят. Не-не, вообще выключи, потому что роботы, если можно. Потому что роботы на ютубе срабатывают, и ролики идут с замечаниями. Да, даже вот когда из радиоточки как-то там скрипит или какой-то магнитофон, весна будет играть электроника, какой-то шлягер. Вся музыка чья-то на сегодняшний. Все вообще куплено. Фильмы, музыка. Я сначала по Пергане думал, что за ерунда, она же не в дорожке, эта музыка вообще схвачена микрофоном, так чисто почти случайно. А нет, роботы срабатывают. Как есть тут сайты и анализаторы, когда какая там композиция, автор, альбом какой, год издания, сразу появляется, так и здесь. Все жестоко, все в капитализме, так сказать. Да прелестей не вижу никаких. Надвигается на нас 16-этажка, отправная точка. То мне сделали замечание, что нету привязки к местности. Вот 16-этажка на Энгельсе, площадь Конституции. Так тихо в машине, классно. Да, Mercedes — машина всех времен и народов. Здесь фотоаппарат. Здесь, да? Ага, на, вот тут, где вот раньше был бар Ford в киоске. А я знаю этот киоск, я там всегда ксерок сделаю. Здравствуй, коллега. Как ее зовут? Виктория. Как мою дочку? Я у нее спросил. Знаешь, читал, что есть какая характерная черта у мерседесов, сколько бы ему ни было лет, у него есть характерное что? У мерседеса. Да не знаю. Но я читал, и ты, может, сейчас подтвердишь, говорят, что у него характерный хлопок двери во все года. Ему или неделя, или 15 лет, у него хлопок остается хлопком характерным. Это правда, Саша? Ну, если, наверное, дверь хорошо работает, да. У меня, по сути, три двери нормально работают, а вот четвертая отличается. Вот, мы плавно перешли от обзоров улиц к обзорам автомобильных этих недостатков, да.